У работников культуры праздник. В фойе театрально-концертного центра «Щелковский театр» много знакомых лиц. Встреча в непринужденной обстановке на Дне работника культуры. Такое событие случается раз в год. Мне очень приятно присутствовать на моем празднике, потому что было столько отдано именно культуре. Почти 35 лет отдано этой отрасли, фестивали нашего дворца. Это «Вифлеемская звезда». Это песни, кино, вот, православные фестивали. Легкое волнение долгожданной встречи сквозь стены передавалось молодым артистам. Завершаются последние приготовления перед выходом на сцену. Мы уже видим, что здесь весело и интересно. Ведь сегодня на сцене выступят только молодые артисты, а ветераны будут находиться в зале. Только скажи артистам, они сразу же начнут работать. Поэтому мы готовы, мы ждем только сигнала. В лучших традициях бродвейского мюзикла артисты исполнили роли обитателей волшебного города, в котором живут счастливые люди. Счастливые, потому что всецело увлечены творчеством. Я еще разговаривать не умел, а сидел уже вот на скамейке, у меня ноги даже не доставали до пола, да, а я уже пел все взрослые песни. Дарить радость и быть счастливыми – этого работникам культуры пожелали почетные гости. Я вас очень всех люблю, поздравляю с Днем работника культуры и надеюсь, что мы единой командой вместе сделаем в этом городе чудо. И действительно, здесь не только мы с вами в день праздника будем счастливы люди, а весь город. Вашему энтузиазму, вашему задору от души можно просто позавидовать и поаплодировать. Спасибо вам за это, уважаемые работники культуры. На празднике отметили артистов Щелковского театра, эстрадно-духового оркестра, работников городского парка и тех, кто несет культуру на селе. Работаем на благо нашего городского округа, вот, и готовы радовать своих зрителей. Оригинальная музыка, живые диалоги героев зажгли эмоции у профессионального зрителя. Мы зажигаем. Очень хорошо, что так много молодых в нашей сфере, они просто дают новый импульс. Это молодежь нам говорит: ребята, не надо унывать, все впереди. В сфере культуры городского округа трудится 750 человек. Большая армия, которой по плечу самые амбициозные задачи. Это участники областных, федеральных, международных, всяких премий всевозможных. Поэтому мы от всей души их сегодня поздравляем. Это молодежь, за ней будущее, но старшее поколение вместе с нами и является нашими хорошими наставниками. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.